Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Балди. Поздоровайтесь. Всем привет. Все просили, чтобы мы побегали от аниматроников. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Давайте, давайте, пацаны, все к ним идите. Эх, не ко мне, ладно, ладно. А некоторые аниматроники вообще в комнате застряли, Димас, они вообще не идут. А мы сейчас их накажем за это. А где эта комната? А, за мной Бонька бежит. Ого, тут какие-то артефакты на карте. Ого, их тут! Артефакт! Артефакт, блин! Так, в кухне никого... Ах ты, блин, смотри, спринтера просто какой-то очень жесткий мужик. Хорошо, мне это все не нравится. Доставлю других аниматроников. Все фигня. Давай по новой. Давай по новой, Миша. Ого, я наставил, я просто какой-то псих. Убираем. О, все. Ладно, хорошо, давайте ставлю на улице их. На улице они лучше ориентируются. А давайте мы поставим... Напишите в комментариях, в следующей серии мы поставим то, что вы напишете. Плюш-трапов можно наставим диких. Дикие плюш-трапы вперед! Давайте, детки мои, убивайте их. Ого, подлагало. Давайте уберем парочку штук. Вот так вот, да? О, отлично. Так, они бегут. О, наш подписчик там валяется в песке. Пацаны, давайте, подходите все в песочницу. Они тут гуляются. Они за тобой, Димас, идут. Да? А, сейчас они будут и за вами идти. Есть, Серега. А как ты хотел? Эй, я тут. Мужики. Ах, ты чё кусаешься? Позастревали, что ли? Давайте их немножечко поможем им. А, они за этим идут. Ты чё там сидишь? Ты смотри, зашкерился. Так, они что-то очень слабо бегают. Так, надо добавить еще туда парочку. Давайте мы добавим еще для разнообразия. О, летающая, говорящая голова. О, пошла жарища. Смотри, они не влазят в хату. Вот голова большая у них. Они жирные, Димас. Сильно жирные? Ну да, как видишь. Хорошо, сильно жирные. А вот этот пойдет? А, испугались, пацаны? Стрёмные они. Так, ну чё, побежали вовнутрь туда. Головешки! Побежали. Все, начинаем выживать. Так, тут с топором вообще гоняется. Опа, пошел вовнутрь. Так. Серега, все тебя хотят убить. Я вот прям вижу на лице у них. Где Серега? Так, еще кто-то слился. Назар, Серега. А, ну все сходит. О, Чика прибежала. Красавчичка. Так, сюда поднимаемся. Эть. И что вы нам сделаете? На, еще раз. Нормально. Ого. Здорово, я тебя знаю. Нормально. Идите сюда, ну. Не, Чика, я с тобой не хочу дружить. Че, вроде все хорошо и спокойно. Нет, не хорошо и не спокойно. А, они боятся спрыгивать. Они спрыгивают. Голова когда по... Ай-яй-яй-яй, кто-то там базарит. Хорошо, убили меня. Ух, марионетка как гасает быстро. А куда вы все бежите? Я тут. А нет, я не тут. Зашел все-таки, да? Сейчас мы тебя обманем. Так. Хоп. Нет, не заходите сюда. Помогите мне. Они все хотят меня убить. Блин, я их боюсь, как аниматроников. Я сейчас разозлюсь и начну их мочить. А уже дверей нету на карте, все поудаляли, что ли? А, нет, тут есть дверь. Блин, вышел из-за угла. Блин, такие ролики надо записывать с вебкой, потому что я так дергаюсь, это жесть. И побежала. Как-то стрёмно ходит, но очень интересно. О, нормально. Че, Серега, может оружку какую-то возьмем, поиздеваемся над ними? Ну, давай. Только не бомбы. Только не бомбы. Можно ядерный удар, ой, воздушный. Эту что? Че она не стреляет? Ладно, шучу, это сильно жесткое оружие. Давайте что-нибудь такое постреляться возьмем.
Так, кирпичи делать я не хочу еще рано. О, шестистволка, моя любимая. Ну? Вообще на... Ого, тут какой-то прям монстр у меня. У-ху! Разложили всех. Хоть на трупах потанцую. Так, нормально. Вас тут аниматроники Пикачу в комнате зажали. Иду я помогать, Серега, иду. Давай поможем нашему товарищу. Все, все за одного и один за всех, только наоборот. Да. Давай, Димас, я бегу. Почти тут всех добил. Бегу, не знаю где вы, но я бегу. А, вижу. Нет, не вижу. Так, сюда. Что, сзади меня маринетка, что ли? А, я, их очень много, я не справлюсь. Они тут везде с клерей выбегают. Давай. Есть такая буква в алфавите. Так, Серега, бегу. Вот тут. Я мимо пробегал. Пробегал и забегал дальше. На. Ты что, швабру сторожишь? Моя швабра. Так, давайте тут посмотрим. Еще где-то одна бегает за мной. Да едить колотить. Кэт Макс, извини, я не хотел. Кого вижу, того и мочу, извиняюсь. Блин, штрапы. Есть. Отвалите от меня. А, патроны кончились. Вот, еще есть. Давайте вот это, например. Ох, вот это сила. Так, кто еще у нас тут? Димас, они возле батута. Иду. Так, идем, идем, идем. Давай их немножко раздолим там. Да что ж под пули-то подлазите, крикплей, ну? Под шальную пулю, за friendly fire. Так, 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 перезаряжаемся. Продвигаемся. Со мной Nightmare Freddy. Ого, между... их тут! Серега, может снова пока бомбу жахнешь? Давай, ух ты! Будет. Только я хочу на это смотреть. Я лечу на улицу туда. Так, давай я на батуте. Сейчас. Ребята, мы скачали опять новые паки, сейчас Серега вам покажет все. Это Entity надо заходить, да? Да. А какой пак конкретно? Сейчас, сейчас, сейчас найдем. Each bombs. Воу, ничего себе их... Воу, давай, Серега, посмотрим. Сейчас. Но в следующей серии, может, если вы хотите, сделаем опять обзор оружия. Мне понравилось. Тихо, 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 не стреляйте по ней. Ого, это она? Блин, я сыкаю как-то ее. Она очень большая. Я сдалека буду наблюдать. На уголку здания. Ой. Вот так вот. Че, взрывается? Это какой-то, Серега, банан. Не бомба. Их надо на Е нажимать? Все, Димас, отходи, я взрываю С4. Давай. Ого, это было сильно. Нифига себе эффекты, ребята. Мне нравится, прям непривычно. Сфига ли они живые остались? Что это за бомба-просралка? Что это такое? А это что? А, это планета какая-то. Какие-то приколы. Ого, ракета есть у нас тут. Бум. Почему аниматроники не умирают? Не понимаю. Вот сейчас будет тут атомная бомба. Давай. Видишь, вот это маленькое. Да, но она маленькая, это обман зрения. Сейчас она как жахнет, как большая. Давай. Вам подарочек. От Сереги. Вот это жахнет, аж радиацию слышно. У тебя тоже экран такой мельтешит, да? Да. Нифига себе, аниматроники живые. Вы что, издеваетесь, что ли? Это очень сильно. И жизни тратится. Это настоящая ядерная бомба, Серега. Я сейчас умру еще раз. Да. Ну ничего страшного. Правда, от радиации на этот раз. Давай я карту очищу, стопэ. Давай. О, и двери новые появились. Короче, эти бомбы крутые, но аниматроников они не убивают. Короче, давай в конце сделаем, как всегда, по старой схеме. Взорвем обычную ядерную бомбу. Потому что эти бомбы классные, но мы их оставим на следующую запись. Вот эта бомба всегда работает. Давай мы на счет три вместе жахнем, Серега. Давай, сейчас возьму. Давай.
Готов? Раз. Два. Три. Вот это эффектный взрыв. Я не знаю, куда лететь даже. Тут все ярко очень. Все. Серега, никого не осталось. Вот это настоящий ядерный взрыв. Я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!